Добро пожаловать на мастер-класс по йоге. Встречаем рассвет со скандинавской ходьбой, с плавными движениями. В самом начале выполним дыхательную гимнастику. Женщины кладут руку левую поверх правой, мужчины правую поверх левой. И начинаем делать выдох. Включаем мышцы брюшной полости, включая мышцы низа живота на выталкивающее активное движение, выталкивающее движение воздуха. Нам необходимо сделать 27 повторений, и после этого мы переступим к следующему. Перед этим желательно освободить нос, чтобы было свободное дыхание, и делать импульсивные выдохи, как будто мы чуть посмеиваемся. Можно во время дыхания слегка улыбаться, как будто мы посмеиваемся. Задерживаем дыхание, делаем вакуум. Мы можем опуститься вниз и втянуть в себя живот. Удерживаем вакуум настолько, насколько позволяет ваша подготовка. И потом отпускаем в расслаблении все тело. Следующее, мы разводим плечи назад, сводим лопатки друг к другу и делаем активный выдох вперед, как будто совершаем удар. К этому мы прибавляем движение в тазу, таз следует за дыханием, мы как бы стягиваем, мышцы пресса активизируются и подается вперед. Копчик чуть подворачивается. За движением копчика следует движение коленей вперед. Дыхание становится ведущим. За дыханием следует тело. Последний выдох. Вакуум. И с глубоким вдохом расслабляется все. Когда мы совершаем вакуум, у нас стенки живота устремляются к позвоночнику и чуть поднимается брюшная полость вверх к грудному отделу, к межреберному пространству. Следующее мы переходим вверх. Мы будем совершать активные выталкивающие дыхательные движения. Далее мы будем совершать активные выталкивающие движения сверху вниз. Все это делаем, повторяя также 27 раз. И приподнимаясь на носочки, мы с активным выдохом выталкиваем остаток воздуха со своей грудной клетки. Поехали.
На задержке дыхания на вакууме я слегка проглаживаю мягкие ткани, чуть проникая вглубь живота под ребрами. И потом отпускаю напряжение в теле. Сейчас мы делаем приветствие солнцу. Лучше быть взглядом обращенным к солнцу. Выполняем активный вдох на подъеме рук вверх. И выдох, как будто выталкиваем весь воздух из брюшной полости и из грудного отдела. Итак, мы наполняемся активным вдохом и плавно делаем выдох, как будто вот штопор выталкивает пробку из бутылки. Совершаем так 3 активных выдоха и вдоха. Далее у нас идет задержка. Мы точно так же делаем вакуум на подъеме рук вверх за локтями. И на выдохе отпускаем напряжение во всем теле. Три подхода выполняем таким образом. Активный вдох, наполняем радостью свое тело, свое сознание. И по мере возможности, когда уже наступает легкий дискомфорт, отпускаем мышцы для вдоха. Последний раз.